Привет, дружище, это полуночный хуинглиш. Надеюсь, у тебя дела в порядке. Что, собственно, хотелось бы рассказать тебе сегодня? А есть одна темка. Это опять про мои любимые предлоги. Ну, как любимая? Конечно же, не очень. Я думаю, что ты их тоже не очень-то любишь. Но а что делать? В английском их много, их надо знать. И разговор сегодня пойдет про to hear of и hear about. Да, так или иначе, это слышать о чем-то. Именно слышать, потому что слушать — это listen, это другой глагол. Но сегодня не об этом. И, кстати, hear в прошедшей форме будет heard, а не heard, ну, если чё. Омофон слова стадо, оно тоже heard, но это тоже забей. И вот hear of и about — это не совсем одно и то же, а скорее вообще разные штуки. Вот если ты, например, heard of something, то это значит, что ты в курсе про это. То есть, да, ты слышал, и равно ты знаешь. Например, I heard of this band. Я слышал об этой группе. Или I heard of this movie. Я слышал об этом фильме. Ну, и ты понял, короче. Или как раньше пугали всякими старшими братьями, типа, ты слышал про Гошана? Have you heard of Гошан? И все такие, упс. Да, знать Гошана было круто, кем бы он ни был. А вот hear about — это когда ты слышал про какие-то события, связанные с чем-то. Какие-то новости, короче. Например, какой-нибудь have you heard about the accident? Слышал ли ты про вот этот какой-то несчастный случай? Или, например, have you heard about that concert? То есть явно что-то случилось на концерте, и я спрашиваю, ты вообще слыхал про новости, связанные с ним? А если бы я спросил have you heard of that concert, тогда, конечно, я просто интересуюсь, в курсе ли ты вообще про такой концерт. В общем, чтобы подытожить, hear of или heard of — это быть в курсе. А вот hear about или heard about — ну, значит, вы просто слышали про какие-то новости, связанные с чем-то вот этим. Ну а напоследок тебе шутейка. Have you heard about the herd? Вот такие дела, надеюсь, тебе было интересно и полезно. Обязательно подписывайся на мой телеграм-канал, потому что там еще полезнее и интереснее. И всяческие посты и премудрости выходят там гораздо чаще. Ну и, конечно же, меня и мой канал можно всегда поддержать. И вот оставить мне чаевые, будь то я официант, который покушать тебе принес, братишка. Ну, все что ли? Твое здоровье. Пуньк! Клёвая, да? Это я у жены отобрал.